продукту «Экспресс-поддержка» заемные средства вложили в развитие. Каков будет результат, покажет весна. Спрос несколько сбавился, потому что реально располагаемые доходы тоже уменьшились, и многие отказались от своих планов по покупке лодки. Осенью мы искали возможность для того, чтобы увеличить наши оборотные средства за счет привлеченных средств, для того, чтобы зимой лучше подготовиться к весеннему сезону продаж. Полученные 3 миллиона рублей обеспечили загрузку производства и позволили сохранить рабочие места. Добавив эти средства к имеющимся, компания закупила сырье и материалы для производства еще 8 лодок. Галина Иванова, Алексей Сергеев, Вести, Самара.